В Днепропетровском художественном музее во время новогодних праздников будет проводиться художественная интерактивная программа «Новогодние краски». Новый проект включает в себя праздничные мастер-классы, лекции с конкурсами и квестами, развлекательные программы. Самые маленькие смогут принять участие в игровой интерактивной форме знакомства, в интересном и познавательном квесте. Школьников и студентов приглашают посетить выставки украинского и русского искусства конца 17-го – начала 20 века. Самых любознательных посетителей наградят поощрительными призами в канун Старого Нового года.